я хочу передать привет всем моим друзьям, конкретно Жене, который сейчас на работе, постоянно на работе, работает за счастье, это Lexus, да, вот, своей девушке Насте, ну и всем, кто меня узнал. Я хочу передать маме и папе привет, чтобы мама больше никогда не болела. Ну, передаю всем привет, передаю привет родственникам из Белоруссии, ну и знакомым там из Волгограда. Маме, папе, которые, конечно, недавно видел только, но вот, родным, да вот, ну и друзьям, конечно, своим, которые очень люблю, уважаю. Всем привет, здоровья, счастья, там, всего благополучного. Хотел бы в первую очередь передать привет Московской финансово-юридической академии. Всем-всем привет и всем родных, всех-всех люблю, как говорится. И особенно хотелось передать привет моей девушке, Кристине. Передаю привет, во-первых, всем девушкам, потому что у меня нет девушки. Потом передаю привет КГТУ, Калининградскому государственному техническому университету, ну, так как я там учусь. Всем своим родным, близким, маме. Всех люблю, всех обожаю. Привет я передаю своему коллективу, магазин Тервалина. Девочки сейчас работают, пока я тут стою с вами болтаю. Поэтому я пойду к ним присоединюсь. Я передаю привет всем, кто меня знает, всех мужчин с прошедшим праздником. Я надеюсь, весна скоро придет к нам на улице. Спасибо. Девушке своей привет передавать не буду. Передам привет тем, кто со мной учится в аспирантуре КГТУ. Кому еще? Друзьям своим привет передаю, которые в данный момент работают.